Здравствуйте, это уже обучение этому фокусу. Что же нам нужно для этого фокуса? Нам нужно 3 вот таких вот карт из гав-колоды. Как они выглядят, вам сейчас покажу с двух сторон. И 2 четверки пик. Так, берем колоду карт. Да? 1 четверку пик мы ложим сверху. Да? Потом, что мы делаем потом? Переворачиваем колоду и примерно в середину куда-нибудь мы суем вот эти карты. Сначала мы ложим вот эту карту, где 4 снизу, потом где 3, потом где 2, и потом просто ложим четверку. Ставим это все на брейк. Вот он брейк. Говорим, просим сказать в любой момент стоп. Допустим, сказали. Вот таким образом мы подравниваем колоду. Вот как вы видите. И что делать дальше? Некоторые делают этот трюк, просто тут брейк ставят и скидывают. Как делать нам? Мы берем, то есть у нас вот тут раз колода. Мы просто берем. Смотрите, сейчас покажу. Пардон. Просто вот, как вы видите, берем одну карту и смотрите, что происходит. То есть делаем вид, как будто мы его двигаем. То есть мы забрали одну карту отсюда, потом мы подравниваем, забираем еще одну карту, делаем вид, то что мы опять передвинули. Потом делаем, еще одну карту забираем, ну и делаем вид, то что передвинули. То есть вот здесь вот у нас, и тут карта получается совершенно одна. И тут ничего вроде как нет. На самом деле, вот здесь вот все наши 3 карты, мы эту карту берем, выдвигаем нашу с 4, переворачиваем колоду, там где у нас была четверка пик, ложим ее. Делаем двойной подъем и делаем сменку переворот. Это вот эта вот сменка, как вы знаете, да? Вот, берем 2 карты, оттягиваем уголки и отпускаем. И вот у нас обычная четверка. Спасибо за внимание.